По Гомелю рассекают автомобили с фламинго и медведями на крыше. Автомобилисты рассказали, что это было. В Гомеле вынесли приговор по громкому делу. Молодую девушку накачали наркотой, да так, что та погибла. А еще в Гомеле ловили бомжей. 6 сентября на календаре в студии «Сильных новостей» Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! По Гомелю катались автомобили с надувными фламинго и плюшевыми медведями на крыше. Автомобилисты рассказали «Сильным новостям», что вообще это было. В ТикТоке появилось видео, на котором автомобилисты с яркими игрушками на крыше рассекают по улицам Гомеля. «Сильные новости» решили поинтересоваться у организаторов данного перформанса, что это вообще было. По их словам, они решили поднять настроение людям в городе. Решили сделать приятно Гомелю таким зрелищем. Всем нравится, все смотрят, улыбаются, фоткаются, рассказали они «Сильным новостям». Гомельская милиция провела рейд по поиску бомжей. Часть из них задержали. Как правило, такие рейды сотрудники органов проводят для того, чтобы найти, задержать и задокументировать тех, у кого нет дома, а заодно людей, которые занимаются попрошайничеством и бродяжничеством. Кроме того, цель подобных рейдов – узнать местонахождение людей, которые находятся в розыске и должны быть направлены в ЛТП. Во время рейдов повышенное внимание уделяли вокзалам, чердакам и подвалам, квартирам с репутацией притонов, подъездам и заброшкам, а также другим потенциальным местам обитания бомжей. В процессе отработки разных точек, а она длилась 5 часов, задержали 28 человек. Что с ними будут делать? Поставят на учет в ОВД, проверят на причастность к преступлениям, а также проведут медобследование и направят в ЛТП, если на то будут основания. Смертельное угощение. Суд вынес приговор двум гомельчанам, по чьей вине от передозировки мефедроном погибла 20-летняя девушка. Трагедия случилась еще в марте этого года. 21-летний парень пришел в гости к 20-летней девушке с подарком, разумеется, в кавычках. Он принес с собой мефедрон, который купил у своего 31-летнего знакомого, который уже имел судимость за аналогичное преступление. После употребления наркотика девушке стало плохо, и она потеряла сознание. Тогда гость вызвал скорую, но прибывшие медики спасти девушку уже не смогли. За незаконный оборот наркотиков, повлекший за собой смерть по неосторожности, один фигурант получил 15 лет тюрьмы, а другой 8,5. Оба подсудимых признали свою вину. А в Гомеле пьяный неадекват порезал незнакомцу плечо стеклянной розочкой. Как было дело? Два приятеля ждали на остановке автобус, пишет обратная сторона. Вдруг туда заявился пьяный мужчина с разбитой бутылкой. Но тихо ждать общественный транспорт он не собирался, а начал буянить и размахивать розочкой. Как итог, порезал плечо 26-летнему незнакомцу. Прохожий вызвал милицию. 37-летнего дебошира оперативно доставили в отдел. Буян заработал уголовку за хулиганство. К новостям страны. Станет сложнее продать квартиру, находясь не в Беларуси. Каковы новые правила? Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает новые правила оформления сделок по недвижимости. Теперь для того, чтобы продать квартиру, находясь за границей, нужно будет заглянуть в Беларусь. Сделки оформляются либо лично, либо по доверенности. Но есть нюанс. Доверенность на продажу недвижимости сейчас уже нельзя оформить в консульстве. К слову, в краткосрочной перспективе эксперты прогнозируют, что падение рынка составит на 2-3%. Хотел повторить трюк, который увидел в интернете. В Минске задержали очередного зацепера. Известно, что парню всего лишь 16 лет. Минчанин решил попробовать себя в качестве зацепера. О том, что на сцепке поезда находится подросток, сообщили очевидцы. Информация об экстремальном путешествии парня быстро подтвердилась. Милиции установили его личность. Подросток рассказал, что на такой поступок его вдохновил зацепер из интернета. О возможной опасности, риске травмироваться или даже погибнуть парень не задумывался. Тоже касалось и незаконности таких действий. Белоруска завела себе домашнюю лису, но поступать также не советует. На такой поступок женщину вдохновил ролик в сети. Рыжая пока живет в вольере, с ней играется сын хозяйки. Лиса, по словам женщины, мало чем отличается от собаки по поведению. Во время прогулки с лисицей женщина замечала совершенно разную реакцию со стороны прохожих. Дети обычно радуются, а кто-то наоборот пугается. А вот заводить такое животное женщина не советует. Лиса, как объясняет хозяйка, может издавать громкие звуки, метить территорию, а ее запах очень резкий.
Упс, самолет «Атланта-Барселона» развернули у аэропорт праз приступ моцной диареи у одного с пассажиров. Страшно конфуз дарыўся у салоне лайнера праз гадзіну пасля вылету з Атланты ў Барселону. Один з пассажиров эконом-класса не добег до прибиральни и праз моцный приступ диареи запэцкаў салон. Смурод был настолько невыносный, что экипаж был вымушаны вернуться назад у аэропорт, бо иначе пассажирам пришлось лететь у таких умовах яшчэ 7 гадзінаў. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.